вообще, ну, настолько, как бы, мы комментируем, что сейчас это и даже не в забаве. Зачем мелочи? Сейчас ничего не могу сказать. А как давили психологически, морально? В чем заключалось давление? Ну, по-разному, там, я не знаю. Коллеги, давайте все вопросы конференции. У нас прямой эфир. Ну, по-разному. У нас тоже. Да вы верили? Да, верил. Димонч, а вы там так, ребят, ну как вы себя успокаивали, не знаю, молились или там? Ну, молились по-разному, там, ну как, там не показывали на виду, что там переживаем или еще что-то. Держались кучей, там, не знаю. Ну сейчас у меня просто эйфория такая, я не верю, что я приехал сюда, в цивилизацию. А поживем, увидим, что там будет. Как вас зовут? Артем. Как самочувствие, как вы себя нормально чувствуете? Нормально. Как вас там задержали? Ну как в плену, я не знаю. Ну, не там, не били, не, ничего там. Ну, спасибо, что вы вернулись. Спасибо. Вам спасибо. Как зовут? Как фамилия ваша? Олимпиёк. Олимпиёк? Да. А какой вы штук? Пойдем. Поставь все остальные вопросы еще. За подробности. Дорогие друзья, давайте, наверное, не терять время. А где господин Рубан? Товарищ генерал. Для начала, я думаю, что пресс-конференция, объявление, все хорошо. То есть не надо им сейчас сидеть, прямо забирайте ребят. То есть есть как бы скорая, все. То есть кому прямо, да? Все, давайте сразу увозить. То есть картинки они эти никому не нужны. Товарищ генерал, мы без вас никак. Да. Или двигать надо. Я продолжу. Я попрошу тишину, давайте чуть-чуть. Какие снегрухи? Нет, господина Рубана тогда отбывайте. У кого родственников нет, кто ждет родственников, кто нуждается в медицинской помощи, когда перевозит, получается, в больницу.
организую. То есть вы дома, не в гостях, я еще раз подчеркиваю, вы дома, отдыхаете, познакомитесь с близкими, и дальше бегаетесь по подобному. Спасибо вам. До свидания. Тихо. Девочки. Так же ж нехорошо. Давайте шаг назад. Выйдите. Я прошу, выйдите. Где наш? Я все рядом. Я вам скажу, что если посидеть на надо, то вам приклад. А мне можно так лечь? Съездите в следующий раз. Можно. Все. Ребята, пожалуйста, проходим машину. Дети.